Ой, всем добрейшего вечерочка. Да, я тут, короче, что-то заморочился совсем по-взрослому. И охренел. И лучше бы я этого не делал, короче говоря. Это полный кабздец. Ну, вот, типа, индикаторы, короче, приблизительно ровно. Вот, короче, корячился. Подаем моносигнал 300 Гц. Вот, это все, конечно, замечательно. Что на эквалайзере мы видим? Сейчас частоту буду менять, короче говоря. Это полный абзац. Так, ну вот это вот те же самые 300, по сути. Тут такой кобздец гуляет. Вообще жесть. На разных частотах, короче говоря, каждую... Вот это у нас что? 5908. На разных частотах каждый усилитель воспроизведения на одной микросхеме, ну, этот самый усилитель не воспроизведения, а как он, короче, похрену. Это полный кобздец. Я Маранс боюсь так проверять свой. Какие тут нормальные... Не, с музыкой можно, да, сделать более-менее ничего. Вот, ну, приблизительно, но тут такой цирк. То одних частот в одном канале чуть больше, что других. Это без ленты, это через сквозняк. Это в смысле... Блин, из башки вылетел, как это усилитель называется, короче. Но это вообще Алис Капут. Вот он, маяк 120, блин. Про индикаторы я молчу. Тут очиха писец. Веселая. Вот тут у нас 100 Гц снизу пошли. Правый канал вот у нас снизу любит. Левый глубокий снизу любит. Правый, блин, не это. Индикаторики, вот. И, соответственно, индикаторики тоже, ну, поплясывают, но... В общем, индикаторики здесь настроены на... У них пики, по-моему, вот. Что у нас? 12 кГц, более-менее. Здесь у нас жопа, они как будто вообще начинаются с тысячоночек пошли аккуратненько. 400 Гц. Вот нормально себя чувствуют. 400. 300. 100. Ну и низы нормально, блин. 60 Гц. Короче, я тащусь. Полный Алис Капут. Лучше бы я этого не делал.